Кто знаком с таким выражением, когда левая рука чешется, это к деньгам? Сейчас я вам расскажу об этом более подробно и почему это работает. Вы знаете, что левая рука у нас отвечает за прием потока, а правая отдает поток, отдает энергию. Изначально все формируется на тонком плане, и только потом это все опускается на физический план. И поэтому, когда вы ощущаете в ладони вот этот зуд, этот поток, это говорит о том, что Вселенная вас уже предупреждает о том, что произойдет какое-то событие, что-то прибудет в вашу жизнь. Это могут быть деньги, подарки, это может быть какая-то встреча, знакомство, какие-то возможности, которые в вашу жизнь что-то принесут, что-то вам дадут. Также, когда вы ощущаете зуд на правой руке, то это не обязательно вы с кем-то будете здороваться. Возможно, вам придется что-то отдать. Это могут быть деньги, может быть отношения, а может быть сломаться какой-то прибор. Но что я еще хочу сказать? Ощущения могут быть разные. Может быть горячо, может быть тепло, может быть зуд. И просто анализируя, наблюдая, вы записываете, что если зуд, то произошло то-то. Если горячо в ладонях, произошло то-то. И таким образом вы сами начнете считывать информацию с поля, которое вас предупреждает.